Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go Show. Это итоги недели, 23-й выпуск. Поехали! Друзья, перед тем, как я начну, я хотел напомнить, что у нас продолжается конкурс артов. К сожалению, пока что нам прислали только 2 арта. Дэн в больнице, как вы видите, я один, ему очень нужна ваша поддержка. Еще есть неделя, чтобы нарисовать меня, Настю и Дэна в виде котов, прислать нам свои работы и поучаствовать в конкурсе. Еще раз напоминаю, лучшая работа, которую выберут наши подписчики, отправится к нам в шапку канала. А также мы, естественно, расскажем, кто ее нарисовал и передадим привет. Насчет второго места подумаем, пока еще не решили, будет ли она участвовать или нет. Возможно, второму месту мы тоже передадим привет и покажем эту работу в следующем еженедельном выпуске. Ну а сейчас переходим к нашим конкурсам. И еще я вам объявлю новый конкурс. Погнали! Итак, первый конкурс, который я вам объявлял, это конкурс на лайки под итоговым выпуском. И в этот раз выиграли Ульяна Гоу и Гелич. И привет уходит вам, Ульяна Гоу и Гелич, привет вам большой. Этот конкурс продолжается, так что под итоговым выпуском необходимо ставить лайки, писать, какой по счету лайк вы поставили. Опять 2 рандомных лайка мы выберем, передадим приветы. Ну и естественно, не забывайте, что должны быть подписаны в этом случае на канал. Теперь пора объявить победителя конкурса пасхалок. В этот раз победил Гриша Маркевич. Он первым нашел пасхалку. Пасхалка была в ролике во вторник на 10-й минуте. Большой привет тебе, Гриша Маркевич. И я хочу сразу объявить. Конкурс пасхалки был последний раз. Сейчас я вам объявляю новый конкурс. Итак, кто самым первым найдет челлендж, в котором было наказание съесть луковицу и напишет об этом в комментариях под этим роликом, тому мы сделаем пиар в следующем итоговом выпуске. Так что всем успехов, смотрите наши челленджи и ищите. Кто не знает, как это сделать, заходите на наш канал, выбираете плейлисты, и в плейлистах есть целый плейлист, посвященный челленджам. Ищите в этом плейлисте челлендж с наказанием съесть луковицу. Всем успехов! Ну, а загадный блогер от недели была действительно Алиса. И программа рандома в этот раз выбрала победителем Танюшку-болтушку. Танюшка-болтушка, вот твоя шапочка. Мы тебя поздравляем, передаем привет и, конечно, ссылочку на твой канал в описании. И ссылочка на канал Гриши Маркевича, который нашел пасхалку в последний, кстати, раз, тоже в описании. И не забывайте, что начался новый конкурс. Найди, в каком челлендже было наказание съесть луковицу, кто первым нашел, получит пиар в следующем итоговом выпуске. Ну а загадный блогер этой недели, вот он. Не забываем писать в комментариях, что это за блогер. Для того, чтобы принять участие в конкурсе «Угадай блогера», необходимо быть подписанным на канал, нужно поставить пальчик вверх данному выпуску, конечно же, рассказать о наших роликах друзьям, особенно об этом ролике, и написать в комментариях, что же это за загадный блогер. Вот он блогер, так что всем успехов, дерзайте. Ну а сейчас мы переходим к основной части, к лучшим комментариям недели, по 2 от каждого ролика, от вторника, четверга и субботы. Погнали! Итак, первый комментарий на этой неделе прислала Леденяшка. Заметили игра слов Леденяшка? Леденяшка, Леденяшка, бррр, Леденяшка. Супер, молодцы! К сожалению, сегодня я не спрашиваю у Дэна, сколько лайков собрала Леденяшка, скажу сам. Леденяшка набрала 13 пальчиков вверх. Мы тебя поздравляем, передаем тебе большой привет, Леденяшка. Ну, лично я тебе вот раз передаю привет. Следующий комментарий прислала Starwind. Новый интро, новый позитив. Как всегда, все очень мило. Ого, да у вас 8 уровень, молодцы. Ну, интро у нас не новое, конечно. И уровень, в принципе, мы в летсплее набрали уже, по-моему, 10-й в этот раз. Ну а так, конечно, большое спасибо за комментарий. И привет улетает к Starwind. Ну а лайков она набрала целых 12 штук. Следующий комментарий прислала Cookie Star. Вы веселая семейка, с удовольствием с вами поугадываю. И собрала на 14 пальчиков вверх. И привет тебе, конечно, Cookie Star. Следующий комментарий прислала Маша Драгон. Слишком мало лайков для такого контента. Да, лайков можно было бы, конечно, и побольше. Но посмотрим, время покажет, правильно, друзья? А подруга наша собрала 11 пальцев вверх. Следующий комментарий прислали Валерия и Варвара. Вы самая крутая семья и познавательный канал «Пальчик вверх». Спасибо тебе большое. Передаю привет Валерии и Варваре. К сожалению, в этот раз без Дэна. 9 пальчиков вверх вы собрали, молодцы.
Ну и последний комментарий на этой неделе прислала Венди Фокс. Не посмотрела, но уже лайк. Спасибо тебе большое, Венди Фокс. Надеюсь, что после лайка ты все равно посмотрел наш ролик. И, конечно, большой привет тебе от всей нашей семьи, Baby Go. Это были все комментарии на этой неделе. Не забывайте, что у нас продолжается конкурс рандомных лайков. Два лайка под этими комментариями, кто напишет номер лайка, тем мы случайным образом передадим привет. Также продолжается конкурс «Угадай блогера». Вот он, загадный блогер этой недели. И не забываем, что продолжается конкурс артов. В течение недели мы ждем ваши рисунки. Неважно, победите вы или нет, Дэну все равно будет очень приятно, поверьте, когда он живет в больнице и смотрит ваши работы, это очень клево. Так что ждем ваши артики. Пожалуйста, пишите в комментариях, ставьте ссылочки. Можно постить в ВК, можно выкладывать на Ютубе. Мы все равно сделаем репост, мы все равно разместим в своей группе. Так что присылайте свои арты. Я, мама и Дэн в виде котов. Ну и, конечно, не забывайте, что начался новый конкурс. Нужно найти челлендж, которым было наказание съесть луковицу. И кто первый напишет в комментариях под этим роликом, в каком челлендже было наказание съесть луковицу, тому мы сделаем пиар в следующем итоговом выпуске. Ну а на сегодня все, друзья. Ставьте нам пальцы вверх, подписывайтесь на канал, конечно, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших свежих новостей. Передавайте приветы и пожелания скорейшего выздоровления Дэну. Надеюсь, что следующий итоговый выпуск мы будем уже вести вместе. Ну а на сегодня все. Пока!